Эти два малыша забрались в страшный торговый центр. Здесь какой-то склад, и здесь стоит Cartoon Cat. Ну, точнее, он в облике граффити сейчас. И он может перевоплотиться в 3D-форму, и это очень страшно. Он может их убить. Поэтому поставь лайк, подпишись на канал и поставь колокольчик, чтобы этот Cartoon Cat не напал на этих двух малышей. Ставь лайк, если ты про. А с вами Насик Бро. И кусечки, как у тебя там приветствие? Кусечки, кусочки? Кусочки, с вами Фласочка. Всем привет, друзья. В общем, смотрите, со мной, как всегда, Фласочка, как вы это любите. И, в общем-то, я говорил ей на эволюции, потому что это она была лампоголовым. Как его? Вселенная, ой, фонариголовым. Фонариголовым была, и, короче, она меня затроллила, и я ей сказал, я пообещаю тебе прийти кое-куда в другое место, какой-то дом. Вот он. Да. Вот. Так, а что, а зачем нам вообще... Стой, не открывай дверь. Как тебе дом по 10-бальной шкале? 5 из 10. Ну, такая деревенщина. Ладно, заходим. Тук-тук-тук. Здорово. Аниме смотрим, значит. Посмотри, няшку гладит. Опа, она попался житель. Я забыла, как это аниме называется. Госпожа что-то там. Госпожа... Я не помню, короче. Ну да, я тоже видел это аниме. Житель спалился, ты попався. Схватили его. Он обычный среднестатистический мужчина, который смотрит аниме. Короче, житель, привет. Стоп. Фласка, кажется, нам не до жителя. А чё? Ну, слышишь, звонит телефон. О... Идем? Как будто сразу два звонит, слушай. Чего? Два? За домом идем. Шо? Кажется, я что-то не особо понял. А где? Че звонит? Два телефона. Принимай, короче, левый, а я правый. Тук. Это лампоголовый с двух телефонов. Я вам позвонил, чтобы сказать... Чтобы вы зашли в портал! Поняли? Иначе я вас ослеплю! Пока! Чего? Да, ты слышал? Это просто какой-то необычный голос. Да. Придурочный голос, на самом деле. Короче, давай прыгать в портал, а то он нас это самое ослепит. Давай прыгаем. Раз, два, три, побежали! Фласка, привет. Привет. Добрый вечер. Смотри. Что это? Задание. Стой, а здесь лампа головой стоит? Фонарь головой. Блин, фонарь, я не привык, головой. Я реально почему-то его лампой называю, но без разницы, я короче. Вселенной. Короче, привет. Чё ты ему скажешь? Я просто не знаю, Фласка. Скажи что-то мне. Замолви словечко. Давай, что-нибудь. Дайте профессиональное образование. Не, что? Короче. Школа когда? Все, не позорься, Фласка. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой миссис Лампоголов. Вот, да, и... Вы сын Сиреноголового. А чё мы должны у него сейчас спросить, ты не знаешь? Он просто смотрит нас на каких-то дебилов. Короче, все, пошли, короче, смотри, первый уровень, паркур. Я так понимаю, нам надо проходить паркур. Да. Паркур не из самых простых, но я верю в тебя. Он в нас верит, это хорошо. И, кстати... Да. Блин. Мне уже не нравится этот паркур. Нет, тоже. Стой. Стой. Тут какой-то бред просто. Ты как забралась? А. Стой, да, все. О! Блин, это ужасный паркур, Фласка. Ну, кажется, нам это как-то проходить надо. Опа! Стой, я почти прошел, представляешь? Я на кнопку уже прыгнул. Так я тоже почти прошел. Это я на золотую кнопку Найсика прыгнул. Ну, хотя бы на серебряную, ладно. Так, тихо. Кстати, эта кнопка мне еще, наверное, не скоро придет, но я очень хочу эту кнопочку заветную. Опа, прыжок. Все, Фласка, я, кажется, прошел. Поздравь меня! Да, конечно, прошел. Бомбануло у меня реально. Иди отсюда. Да, чего ты меня обидел? Все, вали, я сам проходить это буду. О, я упал! Иди отсюда. Ты меня толкнула. Иди в жопу. Давай уже проходить, хватит драться. Ладно, давай. Все, стой. Мир давай, мирный договор. Бахчисарайский мир. Как там пелось?
А-та-та-та-та. Короче, давай. Фласка, смотри, сейчас я покажу мастер-класс. Не, спорим, сейчас и вот я пройду, смотри. Блин. Давай. Вот сейчас. Давай. Сейчас, главное запрыгнуть на это первое, и дальше уже легко. Показал. Иди отсюда. Да сам. Ладно, давай, проходи, проходи. Давай, пожалуйста, Фласка, да что ж ты такое нубло? Давай, ну хоть раз. Да, нубло. Достало меня бить, слушай. Ладно, это я первый. У меня получается. Вот так. Давай, проходи. Мотоблок вонючий. Сама там... Стой. Блин. У меня ничего не получается. Да, какая-то скользкая эта хрень. Палка. Ты скользкая. О, стой, я придумал лайфхак. Давай. Ой, стоп. О. Старт. А, удачи? Что? Это мне. Потому а что... как ты прошел? Нет, я не прошел. Спаун-пойнт. Вообще ты тут должна быть. Фласка, бесполезно, бесполезно там проходить, я тебе отвечаю. Ужас. Фласка, видишь, куда я прошел? Фласка. Бомбануло. Стой, я нашел, как проходить, смотри. Видела? Это легко, Фласка. Фласка, смотри, отойди назад на шифте и вот так прыжок сделай. Как это? На шифте, не знаешь, что это такое? Нет, я знаю, что... Хорошо, хоть это знаешь. Стоп. Вообще-то я все знаю, я шо? Ладно, ладно, не гноблю, не гноблю. Стой. Так, куда дальше-то? Я что-то не особо понял. Насик, ты сдох? А я специально прописываю себе килл, чтобы снова не начинать. Стоп. А может на кнопку можно встать? Стой, нет. Плохой вариант. Фласка, ты где? Давай я тебя, давай я тебя сюда тпшну, типа, я уже здесь заспавнился. Ты только спаун-поинт себе потом ставь, окей? Давай с читерем. Нет. Тупо. А как тут? Вот туда, смотри, вперед, вперед, вот туда. Да. На заборчик. А. Ты килл себе пропиши. Килл. Килл? Ой. Килл. Ну уже не надо. Ладно. Сейчас погодь. Давай, прыгай. Все, я прошел. Я тоже прошла. Второй уровень, лабиринт. Что у нас тут? Лабиринт? Твоя задача пройти лабиринт. Удачи, нам он желает удачи, реально, смотри, я пошел. Не иди со мной, иди отсюда. Да, почему? Я хочу один. Я сама пройду. Ну, попробуй. Так, это что? И ты будешь нубярой. Ну, буду нубярой, а ты по-любому не пройдешь. Тупик. Ха-ха. Так, а я уже куда-то... А я куда-то вышел, Фласка. Ой, я прошел. Все. Ах ты как. Так, третий уровень. Еще один паркур. Я погнал дальше, Фласка, ты там зависай, короче, чиль. Еще один паркур. Какой? Так это легкотня, Фласка, это быстро проходится. Давай, я посмотрю, как ты будешь это долго проходить. Давай, прыжок, давай, Силь. Да иди ты. Ладно, извини. Давай мир. Давай. Так ты сам мира не делаешь. Обману. Я думал тебя столкнуть. Ой. Да ты! Я пошел дальше, короче. Я сама упала. Так, следующее у нас. О, нет, ну... Найти ты кнопку. О-оу. Фласка. Ты бы видел. Я прошла. Респект. Если бы ты попала сюда, ты бы просто офигела. Тут куча зомбаков было, представляешь? О-о-о. Кстати, здесь алмазные блоки. Зомбаки? Ну я их убрал просто. Мирную поставил. Вот, смотри, вот туда забираемся. Куда? Фласка, ты поняла, что это такое? Лабиринт. Ой, найти кнопку. Да? Не знаю, там было написано. А, значит, найти кнопку. Кстати, нельзя рыть землю, если ты не знала. А мне все равно. А тебе плевать на закон? Да. Стой, подожди. А это все, что здесь есть, типа? Ты не видишь никаких изъянов? Может... Фласка, ищи кнопку. Вот, я нашла! Кнопку? Вот. Нет, обратно в лобби, это не та кнопка. Фласка, я нашел, иди сюда! Да, это я первая. Ага, ладно. Стой. Чего она не нажимается? Обманка? Нас обманули. Это обманная? Да.
Ладно, а где другая? Тут мы были. Флоска, давай это, напряги мозги. Да, о! Что, нашла? Смотри, тут еще какой-то алмазный дом. Типа тут можно. Это какие-то пчелиные... соты. Да. Похоже. Стой, я не могу реально. Я не понял. Флоска, ты, короче, ты нубас. Почему? Просто по приколу. Стой, Флоска, вон там вот, проверь, да, что там? Есть что-нибудь? Оглянись точно, наверх посмотри, там тоже может быть. Точно? Точно. Ладно, смотри, тогда... Не точно. Стой, подожди. Ты точно кнопку вообще нигде не видишь? Типа, она может быть каменная и деревянная, в курсе? Нет. Ну вот, теперь знаю. А, я куда-то застряла! Так, стой, вот под тобой кнопка! Да? Да, красава! Так, дальше у нас дроппер. Дроппер? Да. Что это такое вообще? Это, короче, бежать и под тобой бомбы. А, стой, не! Я понял, дроппер это никогда под тобой бомбы. Стоп. Фласка, короче, ты знаешь, что это такое? А, это типа Nintendo. Nintendo, чё? Сейчас не понял. Ну, игра такая, кубики. Spawn point. Короче, смотри, тут надо упасть так, чтобы попасть в воду, поняла? С первого раза. Вон туда, в маленькую штуку. Что, зачем тогда я прохожу тут все? Упал. Ладно, сейчас. Я, в принципе, понял, где эта самая хрень. А я упала. Конечно, ты не это, ты не с самого верху падала, а как бы... Блин. Успешно, видишь, мне... Красава, красава. А я почти, господи, долетел. Ладно, Фласка, ты там уже иди на следующий уровень, раз ты прошла, я ж без тебя... Паркур сложный для профессионалов. Профессионал. Фласка, я прошел. Смотри, тут очень сложный паркур. Охренеть, а спорим, пройдем? Ты вот с плиты этой поднимайся сразу. Типа ты должна на краю прыгнуть. Вот прям с краю. Давай. Не-не-не-не-не. С разгону. И с краю плиты. Давай. Напряги. Си. О! Стой. Я что-то не могу пока что. Блин. А, Флоска. Кстати, спаунпоинт ставить можно. Не забывай. Да. Блин. Ок, поставлю. Ок, поставлю. Я тоже ок поставлю. Ой, блин. О, сейчас спаун запомнился. И на этой штуке разве можно спаунпоинт ставить? Давай быстрее, Фласка, я уже хочу тоже прыгнуть вперед. Опа. А, ставь спаунпоинт все-таки. Так, а если я килл пропишу? Ай. Так, я килл прописал, я заспавнился тут. Блин. Короче. Опа, прыжок, прыжок. Так, хорош, хорош. Так, вот так. Я уже далеко, Фласка, а ты? Привет с большого прохода. Так, все, я умер. Ну как умер? Блин, я сейчас, короче, Фласка, я сейчас попытаюсь заспидранить, это просто... Все, я замолчу лучше. Ничего у меня не получается, я нубас полный. Господи, я ненавижу паркур. Кажется, он нам специально последнее задание дал. Самая сложная, Фласка. А может, с читером? С читером? Да. Вот, я нашел читерство, Фласка, иди сюда. Легко. Ой. Кстати, да. Наверное, он хотел нас обхитрить. Ну, как обычно, он просто глупенький осел. А я забрасываю. Ты с разгону и прыжок. Не-не-не, с разгону. Фласочка, супер мозг, мега мозг. Подожди. Давай. Во. Понятно. Ой, я упал. Смотри, сейчас покажу, если не заберешься. Вот, смотри. Ой. Сейчас еще раз. Вот. Надо просто поближе прыгать. Через... Понятно. Ой, блин. Ладно. Вот, видишь, я прям вблизи запрыгнул. И не надо обязательно... Не обязательно делать супер разгон. Вот, все. Господи. О, все, я тут спаунпоинт лучше поставлю. Круто, я тоже хочу спаунпоинт. Все, я поставил. Давай, на бошку прыгай. Тут, короче, не с разгона надо, а просто прыжок.
Это факт. Килл? Какая же... Нелюбимая хрень. Да. Блин, я упал. Кто вообще такие паркуры придумывает? Это батьки. Это же фонарь головы придумал тебе. Ну, конечно, да. Фласка, это тебе так сказать, по делам, потому что ты как раз меня троллила. Это мне казнь. Месть. За мои троллинги. Ой, стой. Я... Фласка, я уже почти прошел. А чё не прошел? К сожалению, не могу. Да. Фласка, ты где? На башке? Хочешь, я тебя тапешну? Нет, фигушки. Давай. Подожди. Ну, пожалуйста. Сейчас, подожди, мне надо сейчас дойти, короче, до этого самого места. Сейчас я как-нибудь попытаюсь на решетку запрыгнуть, и тебя тапешну. Господи, как же горит. Все, Фласка, сейчас я тебя тапешну. ТП. Фласочка, пердасочка, вот сюда вот. Ой-ой-ой-ой-ой, я упал. Ты чё меня обзываешь? Кил пропи... Ну ты издеваешься, Фласка, давай. Напряги свои булки. Спавн пойнт. Я тоже. Нет! Господи, там надо, короче, сбоку прыгать, я понял. Ну, то есть я знал, но я что-то забыл. Все, проходим. Фласка, привет с большого Будуна. Так, все, я тут. Привет, опа! Большого Будуна. Я в штаны чуть не наложил от испуга. От того, как я упал. Стоп, тихо. Все, спокойно. Ой. Фласка, ты где? Я внизу. Так. Опа! Фласка, я уже почти прошел. Ну, ё-моё, я пройти не могу. Ничего, напряги свои булки. Давай, я жду, пока ты пройдешь, тогда меня пригласишь. На, держи. Да блин! Давай, проходи, я в тебя верю, давай. Подожди, спавн пойнт. Булки напряги свои. Батя, просто батя, Фласка. Так, все. Я самый профессий. Новый автомат. Ура. Фласка, привет. Интернет, ой, пользователь умер. Все? Пользователь умер. 06.12. Я понял, как тут проходить, слушай, Фласка. Только, стой, подожди. Опа, блин, упал. Фласка, ты разгон вообще брать умеешь? Да, можно так. Да. Господи. Короче, там надо... Фласка, ты меня толкаешь. Нет. Давай, Фласка, прыжок. Там ты не поняла, короче, смотри. Там надо чуть-чуть, вправо прыгать, и тогда будет все норм. Блин, упал. Ну ты лох. Сама такая, слушай, сейчас я тебя спущусь и лещей надаю, реально. Чё ты мне надаешь? Ничего ты мне не дашь. Давай, спускайся вниз и переходи на другую. Окей. О-о-о, тихо. Тихо. Все. Меня стоп. Меня. Стой, спавн пойнт. Ты издеваешься! Тролльнул, так сказать, тролльнул нубика. Так, и все, я, кажется, прошел. Ну что ж, Фласочка, осталось всего лишь пару шагов. Давай! Все, я про. Фласка, давай не умри! Я на всякий спавн пойнт поставлю. О, я прошла! Давай, молодец! Слушай, я тогда к тебе тпшну все-таки. Опа, так, все, ТП, Фласочка. И слушай, давай ему тогда отпинаем этого придурка. Не, он не умирает. Сейчас я ствол достану, подожди, из креатива. Так, гейм мод. Один. Давай. Я в тебя верю, убей его. Фласка, ты что зеваешь? Спать. Пау! Нет, всем пока, ребята, и мы в пустоте.